Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию канал Натальи Мусиной по созданию изделий ручной работы. На канале вы найдете различные предметы, оформленные своими руками. Автор в своих работах использует технику точечная роспись, витраж и многое другое. С легкой руки Натальи роспись получается нежной и изящной. Поэтому подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Ссылка на канал Натальи Мусиной в описании под видео. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы с вами из вот такой простой свечи сделаем вот такую. Кому интересно, оставайтесь со мной до конца видео. Из материалов нам понадобится контур по стеклу и керамике, либо универсальный красного цвета, и контур для создания жемчужин.
Вот и подошел к концу наш мастер-класс. Вот такая нарядная свеча у нас получилась. Вы можете сделать ее теми цветами, которые вам подходят в интерьер. Я лишь показала рисунок. Ну а я, так как вас уже больше 1000, хочу поблагодарить каждого из вас за ваше внимание, поддержку, лайки, комментарии. Оставайтесь со мной на канале, вместе мы сделаем много разных красивых вещей. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч!